Ё-моё, какой он активный танк был, а? Здесь надо быть аккуратным. Так, едем, смотрим. Сейчас вот едет уже. Раз, два. Есть. Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Наши танки». И давайте начнем с приключения «Крушитель Луны». Выберем танк. Давайте такой вот танк с огнеметом выберем. И попробуем повоевать немножечко с танками. Так, а ну-ка едем. Так, все, огнемет работает. А, вот уже идут танки, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На, сейчас подожди, я тебя поджарю. Опа, ё-моё, смотри. Уничтожили меня, я даже ничего не смог сделать, представляешь? Ёшки-маташки. Вот это тебе и огнемет. Давайте, значит, поменяем наш танк. Возьмем вот этого мощненький. Мощненького сейчас возьмем вот этого. Во! Кто против меня-то пойдет? Алло. Сейчас. О, едет. На, еще один удар. На. Все, уничтожили. Он мощный танк, смотри, был. С огнеметом здесь не справился бы. На-на-на-на-на, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что тут делаешь? Фига меня подбил, как мощно. Ё-моё, какой он активный танк был, а? Здесь надо быть аккуратным. Так, едем, смотрим. Сейчас вот едет уже. Раз, два. Есть. Перезарядка была бы быстрее бы. Вот это надо будет там развивать. Ух ты, двое вас. Тихо-тихо-тихо. Так, а ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творится, ребята? Так, все, уничтожили. Немножко у нас раненость. О, 50%. Танк. Надо мне босса. Босса надо уничтожить. А я смотрю. Где-то здесь появится скоро еще куча танков. А ну-ка. Вот, едут уже. На! На! Сейчас еще раз. На! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какой-то активный. Вот эти танки, они не такие активные, как вот этот. Оба! Нифига он меня. Малышочек, ты куда? У меня уже желтеет здоровье. Это не очень хорошо. Так, где-то здесь еще должно быть. Либо мне это кажется, но не знаю. Нет, нет никого, никаких танков. Но обычно они... Вот, едут, смотри. Так, сейчас мы его щелкнем. На, есть. Сейчас, сейчас, еще какой-нибудь. Еще какой-то танк должен. О, едет, едет, на. Есть, уничтожили. Ё-моё, ну еще много, много предстоит нам проехать. Вот, еще танк едет, на. Да ё-моё, смотри, как он дальний, смотри, у него стреляет, а. Есть. Все, уничтожили. Но здоровье у нас, к сожалению, подходит к концу. Надо будет аккуратненько. Так, никого нету, да, смотри. Вот, едет уже, смотри. Раз. Два. Есть. Ну, один ударчик он мне сделал, ничего страшного. Так, едем дальше. Это у меня самый такой мощный танк, ребята. О, едут. Едут, едут, едут. О, вот этот. С гранатами своими. Вонючими. Давай, давай. Есть. Так, этот танк мы уничтожили. И давай вот это с гранатами где-то он. Так, а его что тоже? А, нет, 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 нет. Я думал, я его уничтожил. Ребята, ну вот, наконец-то. Наконец-то едет босс. Армада. Вот он, босс наш. Сейчас надо нам его попасть. Так, ё-моё, ни разу не попал, что ли? Так, все, одно попадание есть. Второе. Третье. Все, уничтожили мы этого босса с вами. Это очень хорошо. И мы получаем первую нашу звездочку. Теперь отправляемся в классику. Давайте попробуем зимняя война. Поехали. Мы находимся зимой. Так, а ну-ка, где у нас тут танки? Я еду на очень достаточно таким мощном танке, ребята. На, получай. Ух ты!
Смотри, гад, что делает. Стреляет у меня, смотри. Ё-моё. Но он меня нормально отстрелял. Ну, здесь минус, что враги такие большие, что они не могут эти танки доехать. Маленькие вот эти вот. Застревают. И все. И мне приходится подъезжать, чтобы их стрельнуть очень близко. И, естественно, под раздачу я попадаю. Так, вот этого сейчас. Все, уничтожили. Перевернулся, да? Бедолашка. Так, едем, едем, едем. О, тихо, тихо, тихо. Здесь будем стрелять отсюда. Так, мимо. О, давай сейчас. Нормально сейчас станем. Сейчас подождем. Вот так вот. А ну-ка, выровняемся. Мимо. Есть, попадание есть, да? Так, а ну-ка, смотрим. О, давай, 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 едь сюда. Есть, уничтожили. Теперь это вот тот танк нужно тоже уничтожить. Не знаю, попадаю или нет в него. Наверное, нет. Не, ни один раз не попал. Ладно, придется подъезжать близко. Поближе подъезжать. И здесь его уничтожать. Так, маленький танк, смотри, видишь? Но он тоже так встал, непонятно, как я его буду сейчас убивать. Да, давайте отъедем немножко. Но он тоже, видишь, не хочет подъезжать близко. Сейчас попробуем. О, есть, уничтожили. Хорошо. Так, а этот мы этого перевернулся, да, у нас? Бедолага. Все, уничтожили. Так, вот едет у нас чувак. На танке. Раз. Два. Все. С двух ударов. Ремкомплект забираем. Так, подлечились немножечко. Ну, не на максимум, конечно. Так, ух ты, тихо, отдыхай. Так, вот этот, смотри, тоже. Съесть. Ой, нет. Не надо мне так стрелять. Так, есть один. Так, сейчас второго. Есть второй, готов. Готов, ребята. О, вот еще один, смотри, перевернулся танк. Мы его сейчас хлопнем. Раз. Два, есть. Ну, здесь еще куча танков будет. Сейчас подождем их. Где? Нету никого. А, вот монетки, значит, сейчас будут танки ехать. О, нифига, тихо. Как хорошо я встал. Ой, вообще красиво. Все. Забираем монетки. Так, вот еще один, смотри, едет. Есть, с одного выстрела. Уже 880 монет. Тихо, ладно, давай. Поедем сюда. Так, ну сейчас будет танк. Вот, раз. И еще будет сейчас где-то. А, вот он несется, да? Ё-моё. Так, все, уничтожили. Так, следующий. Тихо. Попадает уже, смотри. Ой-ой-ой, как, смотри. Прям они далеко бьют. Это не очень хорошо. Так, почти что 900 монет, ребятушки. Это неплохо. Ой-о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 й, в обшивку попадает. Ё-моё. Гады, а. Так, на. Есть. На второго. Сейчас третьего. Ой, хорошо. О, еще один, ё-моё. Ой, хорошо как. Подбил его прям. Да ё-моё, сколько вас, алло? Вот этого надо, срочно. Во-во-во-во-во, стрелять начал. Ё-моё. Есть. Так, ребята, хочу передать привет скромному. Передать привет Жене. Передать привет Данилу. Передать привет Таке. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Также передать привет Максиму. Если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши комментарий, передай привет. И в следующем ролике я передам тебе привет. Так, а мы пока идем за деньгами. Едем. Где-то здесь должны быть монетки. Ой, какой такой танк мощный. Нет, не надо мне стрелять. Так, а у нас уже 914 монет. Это очень хорошо. Так, тихо.
Сейчас я тебя щелкну. Есть. Прямое попадание. Так, и вот у нас есть Эгид. Опять босс. Босс. Удар грома. Вот такой босяра. Так, а ну-ка. Какой же ты быстрый, а? О, это я зря сюда встал. Это, ребята, я зря сюда встал. Так, назад. Еще один удар. Есть. Уничтожили. 922 монетки. Так, ремкомплект, но он не особо мощный был. Ну да ладно. Где-то здесь будут танки. А может быть не здесь, может быть дальше. А нет, все, стоп. Стопы. Стопы, ребята. Тихо, тихо, тихо. Еще один выстрел ему. О, несется, смотри, вот этот чувак. Быстрый такой. Так, сейчас подъедем немножко еще вот этого щелкнем. Есть. Так, ну к этому можно поближе подъехать. Он у нас перевернулся, чувак. Давай, стреляй, давай, я на тебя наеду. Опа! Все, готов. Так, а вот этого гада я не знаю, как уничтожить. Смотри, видишь? Так, смотри, если я вот так вот стреляю, он получает урон или нет? Да, потихонечку. Немножко получает, смотри, видишь? Вот так, мне надо в землю сюда стрелять. О, видишь, получает урон. Незначительно, но получает. Мы его сейчас будем так мочить. Видишь, волна доходит до него. Ну, совсем немножко. Давай этот попробуем, чтобы он сюда подъехал. Немножко отъедем. Сейчас попробуем, посмотрим. Что там с ним? Да ё-моё, он заехать не может, ребята. Он просто тупо не может заехать сюда. Не хватает силёнок. Так, раз, два. И вот еще большой третий. Раз. О, перевернулся, смотри, ребята. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой, давай быстрее. Есть. Сколько у вас много, смотри, танков. Тихо-тихо-тихо. Есть попадание. Так, уже 950 монет, неплохо. Так, вот этих надо, ребят, как-то уничтожить. Ё-моё, смотри, что творят, а. Да, тяжко-тяжко-тяжко, надо отъехать немножко. Подождать, пусть подъезжают. Будем отсюда стрелять. Есть. Так, и у нас вот эти ребята, сколько-то... А, у нас перевертыши. Да ё-моё, не стреляй в меня, алё. Есть. Так, замечательно. Вот еще, смотри, танки у нас стоят. На. Одного уничтожили. А у меня жизни совсем чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть жизни. Давай-давай-давай-давай, поднимайся, ё-моё. Смотри, танк просто не хочет подниматься. Ух ты, да у него сил не хватает. Что-то с танком случилось. Сейчас попробуем отсюда стрелять. Так. Ё-моё, давай подъедем поближе. Там еще какой-то танк, я смотрю, едет. Не знаю. О! Тихо, тихо, тихо. У меня вообще здоровья практически нету. Опа, все. Уничтожил, попал. Попал меня танк. Так, сколько у нас? 66. 136 монет мы заработали. Офигеть. Вот так-то так, ребятушки. Ну что ж, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.